Доброго здоровья, родители, воспитанников Карельской заставы. Я Заика Игорь Юрьевич, атаман зимней Карельской заставы сего года. Передаю вам пламенный привет от ваших сынов. Дела у нас обстоят хорошо, даже отлично. Кушаем хорошо, прибавляем в день по полкилограмма, но не накапливаем, тут же их перерабатываем в энергию, в мышцы, потому что много двигаемся, много играем, много гуляем, много ходим в походы. Сейчас находимся в прекрасном месте. Ребята чуть в стороне, заняты разбивкой лагеря, а я записываю вам это видео, чтобы немножко рассказать о том, как у нас дела. Вообще, на моей памяти, эта застава, наверное, самая спокойная, можно сказать, самая такая благостная. Практически не тратим время на дисциплину и все время заняты играми, учебой. Ребята все подобрались замечательные, все талантливы, каждый талантлив по-своему. И мы все делаем для того, чтобы этот талант раскрывался. У кого-то раскрылся, у кого-то раскрывался дальше. Настроение у всех хорошее, все живы, здоровы. Поэтому ждите нас, скоро увидимся, скоро вы встретите со своими чадами, мы вернемся домой к своим семьям. И все оставим в себе, внутри себя, частичку памяти о нашей заставе. Всего доброго, доброго здоровья, будьте здоровы!